В рамках акции «Гражданский мониторинг» член общественного совета при окружном управлении МВД Лев Минасов проверил работу дежурной части Лесногородского отдела полиции. Проверяющий пообщался с сотрудниками, оценил техническое оснащение служебных помещений и порядок ведения документации. Также осмотрел специальное помещение для задержанных и комнату для приема граждан. Отметил, что на информационных стендах размещены актуальные сведения и контакты, необходимые посетителям.